вечер. Всем слышно? Александр Мил на сцене. Специально для вас сегодня. Как настроение? Вообще нормально. Это замечательно. Пою я такую лирику разбитых сердец, я ее сам так называю. Вот. То встречался с моим творчеством, то знает, о чем я пою. Вот. И сегодня с удовольствием пою вам песни, как из своей пластинки, которая выйдет обязательно, я думаю, этим летом. Так и те песни, которые в пластинку не войдут, по тем причинам, что они по тематике маленькие мне не подходят. Вот. И начну, пожалуйста, я, пожалуй, эту песню, которая называется «Улетел». Сегодня
следующая песня, которую я хотел предоставить, она называется «Мы не подходим друг к другу». Такая шуточная, лирическая. Thank you.
спеть еще одну лирическую песню, которую не могу не спеть. Она является, можно сказать, такой основной песней, не исключительно смыслом всего альбома. Она называется «Юная мисс». Добрый вечер. Наверное, прошу,
Ну, помимо еще две песни из альбома, которая называется «Любой блиц». Вот. Первая песня называется «Чародей». Thank you.
Александр Лил, Надежда специально для вас.